37-летняя Вера Брежнева взволновала поклонников словами об ошибках прошлого. Многие предположили, что звезда рассказала о проблемах в личной жизни. Исполнительница вместе с семьей находится сейчас на отдыхе в Азии. Звезда сделала снимок возле окна. Брежнева позировала в бежевом свитере, глядя в небо через стекло. Артистка распустила длинные волосы и сделала нейтральный макияж. Свою фотографию она подписала неоднозначной цитатой, которую приписывают индийскому духовному лидеру Оша. «Уже поздно возвращаться назад, чтобы все правильно начать. Но еще не поздно устремиться вперед, чтобы правильно закончить», — заявила Вера. Поклонники бывшей участницы «Виагры» эмоционально отреагировали на это высказывание. Нашлись те, кто предположил, что блондинка подразумевает разлад в отношениях с мужем, Константином Меладзе. «Ищите другого мужчину, чтобы не приходилось так ностальгировать. Верочка, вы яркая, молодая относительно, приятная. Зачем вам этот дед? Или я чего-то не понимаю?» «Как-то грустно прозвучало», — высказались фолловеры. Брежнева ответила, что эти слова не относятся к мужчине. По словам певицы, эти мысли у нее возникли на фоне недавних трагических событий. В Австралии бушуют масштабные лесные пожары, а в Тегеране разбился украинский Боинг. «Вообще-то плохое произошло у всех нас. Пожары, крушения, и невозможно остаться равнодушным», — призналась артистка. В последнее время в прессе все чаще появляется информация о непростых отношениях Брежневой с Меладзе. Сама певица эти домыслы опровергает. Так она заявила, что недавно отправила любимому мужчине свое обнаженное фото, сделанное в ванной комнате. Предполагаемая разлучница звездной пары, Эрика Гёрцейек, со слезами на глазах сообщила, что не уводила знаменитого композитора из семьи.